В музейном комплексе «Дорога памяти» на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России 7 по 10 октября пройдет фестиваль фермерской еды «Свое». Для участия приглашено более 100 производителей и фермеров со всей страны, в том числе участники национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Площадка будет работать с 10 до 19.00.